Добрый день. Я сейчас прочту вам женскую диету глазами желудка. И постольку, поскольку это про диету, я разместила на экране вот такую вот картиночку, которая якобы заряжена на избавление от лишнего веса. Можете на нее любоваться, слушать меня и терять вес. А попутно узнаем, как реагирует желудок на то, что мы решили с вами сесть на диету. Итак, понедельник, утро. Так-так. Оделась, вышла из дома и потащилась на работу. А завтракать кто будет? Ага, давай покури еще. А вот я тебе сейчас. Опа, плохо, да? Нечего курить на голодный желудок. День. Ну, все ясно. В субботу я показала, что у нее целлюлит. И с понедельника мы на диете. Но нет, я тебе не челка. Со мной такие эксперименты не пройдут. Вечер. Жрать хочу. Хочу жрать. Я требую свиную отбивную. Ночь. Фиг тебе, а не сон. Не заткнусь. Сама дура. Мне вот твои диеты. Фиолетово. Эй, борщица бы сейчас. Да со сметанкой. Вторник. Утро. Так, твой капустный листик. Пищевод с голодухи переварил. До меня даже не дошло ничего. Блин, ну и дура мне досталась. Всю ночь завидовала желудке Натальи Крачковской. День. Кефир? Бе. Не люблю кефир. Вечер. Бурлю из последних сил, не обращает на меня внимания. Гадина. Ночь. А еще вкусно, если молодую картошечку обжарить в сливочном масле с корочкой золотистой и со сметаной. Бррр. Среда. Перепала чуть-чуть салата. Растет же на земле такая дрянь. День. Здорово, кефир. Надо тебя помедленнее переваривать, а то сиди тут потом до завтра один, как дурак. Вечер. От меня ничего не осталось. Надо мной смеются органы малого таза. Я ссохся, сжался. Ночь. Вот помню, когда мы жили у родителей, каждый вечер на ужин суп был и салат, и второе с мясным горнилом. Эх, и чего тебя понесло в самостоятельную жизнь? Четверг. Хоть бы не курила уже. Ну да ничего, так потошнит и отпустит. А где положенный мне салат? Где салат? Беспредел. День. Ура, кефирчик. Еще хочу. Еще кефиру. Вечер. Разговаривал с кишечником. Они там тоже в шоке. Ой-ой, осторожнее. Такие большие сливы. И все мне. Блин, все, пошел переваривать. Ночь. Эти дурацкие сливы. Все никак не перевариваю их, замучився весь. Простите, ребята, отправлю вам, что могу. Вы уж там дальше сами с ними разбирайтесь. Вам там вас там 8 метров, а я-то один. Пятница. Раннее утро. Сидим в сортире, провожаем сливы. Утро. С ума сойти. Я получил йогурт. Может, сливы вправили ей мозги? Обед. Кефир. И родина щедро поила желудочным соком тебя. Вечер. Сидим в ресторане с мужиком каким-то. Нюхаем чужую еду. Тихо. Он ей сказал, что она сильно похудела. Что она отлично выглядит. Ну, ай, умничка. Ай да, мужчина. Сейчас я буду есть. Поздний вечер. Так, что тут у нас? Грибы? А это? Ик, мартини? Бур-бур-бур-бур-бур-бу. О, водочка, уважаю. Заткнись, печень, все под контролем. Ночь. Прощайте, грибовочки. Водочка, прощай. Картошечка, чтоб ты подавился, ихтиандр. Как подумаю, сколько добра пропадает. Ох, минералочка, заходи. Мы как раз на диете.